склад. 20 тысяч квадратных метров. Панорамные окна. Похоже на обычный склад, но подходишь ближе и... И видишь только головы. Головы? Чё ещё за головы? Головы, счастливые, улыбающиеся, влетающие и вылетающие из окон. Проекция голов, типа как на экране. Нет, настоящие. Летающие в воздухе головы повсюду. Всем весело. По правде весело. Мир батутов. Впервые в штате Луизиана. Эй, Кэф, ты работать-то собираешься? Смотри, берешь молоток, берешь гвоздь и бьешь молотком. А когда забьешь все гвозди, тебе заплатят. И мы пойдем домой. Кэф, я хочу спросить. Думаешь, взрослые люди из Луизианы придут в здание, полное батутов, и будут... скакать? Гимнастика и батуты — самые быстро растущие спорты в Америке. Без обид, братишка, но тебе бы потрахаться. Стоп, стоп, стоп. Он что, ни разу не ебался с происшествия? Зачем ты об этом вспомнил? Ничего я не вспоминал. Ладно, херня все это, слезаем с крыши. Только ж залезли. Где поедем? Я бы сходил в стрип-клуб. Будешь сегодня работать, Кэф. Дай мне минуту. Пора тебе уже забыть Энджин. Может, парни правы, тебе стоит вернуться в игру, потрахаться. Трахни медсестру. Я тут знаю одну, работает в Тулейне. Позвони ей. Аня любит трахаться. Пришло время вернуться в игру. Я в игре. Просто секса нет.